Salam uşaqlar. Bu gün də rus dili 6-cı sinif üçün də və 16-cı dərsə keçirik, uşaqlar. Video keçməmiş uşaqlar deyim ki, sizə, yəni YouTube-un bir qaydası var. Biz abunəçi yığmalıyıq və bu qayda hamıya aiddir. Ona görə də əziyyətimizə görə baxırsınızsa, bənərsinizsə mənim kanalımın uşaqlar dəstəyi olun, abunə olun. Əvə keçək 16-cı dərsimizə uşaqlar. 16-cı dərs çox səhifə, yəni 1-4-5 səhifə tutur. Ona görə də iki hissədən ibarət olar. Uşaqlar, onun hamısını da paylaşaram sizinlə və 16-cı dərsdən başlayaq. Burada Мы должны жить в мире. Təyib bir mətn verilib. Mən oxuyuram, ondan sonra da sizin üçün tərcümə edirəm. Мы живём на планете Земля. которую населяют разные народы. У каждого народа свои обычаи, своя культура и своя история. Нас много на этой планете. Мы отличаемся друг от друга внешне, взглядами, интересами, но все мы должны жить в мире. Ведь мы дышим одним воздухом, пьем одну воду, ходим по одной земле. Поэтому нужно понимать и уважать друг друга, и тогда не будет войн, не, будет, не будут гибнуть люди. Они будут счастливыми и веселыми, избудутся все их мечты. Мы должны жить в мире. Мы живем на планете Земля, которую населяют разные народы. У каждого народа свои обычаи, своя культура и своя история. Hər халqın millətin öz adət-ənələri, öz mədəniyyəti və tarixi var. Нас много на этой земле. Biz çoxlu çoxuq. Мы отличаемся друг от друга внешними взглядами и интересами. Amma zahirən bir-birimizdən fərqlənirik, baxışlar, maraqlar. Но все мы должны жить в мире. Biz barış içində yaşamalıyıq. Но все мы ведь мы дышим одним воздухом, пьём одну воду, ходим по одной земле. Biz a, bir hava ilə nəfəs alırıq, bir suyu içirik, eyni torpaqda gəzirik. Поэтому нужно понимать и уважать друг друга. Buna görə də biz bir-birimizi anlamalı və hörmət etməliyik. Nə voi, nə Onda nə olacaq? Voynə, budur gibnucü lützi. Onda nə muharbələr olar, nə də insanlar ölər. Они будут счастливыми и весёлыми. Onlar xoşbəxt və şən olacaqlar. Из будутся всех мечты. Və bütün arzuları gerçək olacaq. Və uşaqlar burada təzə sözlər verilib, naselayut yaşayırlar. Obychi adət anələr, adət ananə, vnezhno zahirən gibnut ölməzlər. Atlichayemsya, fərqlənirik. Sbudutsya mechtı. арзулары взгляды бахшлар шахлар. Прочитайте текст, подберите антонимы к выделенным словам, ответьте на вопросы. Ага, на какой планете мы живем? Мы живем на планете Земля, шахлар. Чем мы отличаемся друг от друга? Чем мы отличаемся друг от друга? Мы отличаемся друг от друга внешне, взглядами, интересами. Почему мы должны жить в мире? Почему? Ведь мы дышим одним воздухом, пьем одну воду, ходим по одной земле. Расскажите, какие азербайджанские обычаи вы знаете? Шахлар азербайджан, эдет, Улар билерсингез, Данша даншабилерсингез. Вя бурда, Калда, подберите антонимы к выделенным словам антонимы. А burada raznyy sözü, monoqa, mir, schastlivy, vesyolyy. Bu sözlərə biz antonimləri yazmalıyıq, uşaqlar, gəlin yazaq. Mhm. Yazıq uşaqlar raznyy. Raznyy. İ onun antonimi, ə, əks mənası, odinakovyy. Odinakovyy. Сора много. Опять-таки мало. Ага. Мир. Мир. Чур, пердай, Война. Сора. Счастливые. Счастливые. Опять да, несчастные, частные, несчастные, вя веселые. Веселые, грустные грустные, две я в шахлар. Ветер Кендитап ответьте на вопросы какой сейчас месяц? есть английским какой сейчас месяц сейчас месяц март какой сегодня день недели сегодня понедельник какое сегодня число например мы говорим сегодня 24 марта какое число было вчера вчера было 23 martda biz cavab veririk. İ 5-inci, nə vaxt? In day saat. Məsələn, 9-dur. İndi 9 saatdır. Ya biz cavab veririk. Və burada da saatlar verilib, onları ə, mən yazım. Nömrə 2 saatların. D 09 05. Rus dilində deyirik ki, 5 minut. 5. минут пять минут десятого дня десятого я надеюсь у нас девять часов пять минут надеюсь у нас сомра омбир я язырсаназ без двадцати без двадцати минут минут из 20 минут 12 12 я да? я зашла шахла. 20 минут 12 Эве 12, да? угу. 12 30 пол первого дня я ближе нас я до половины пол первого я до половины первого дня Фергиюхт. Mm -hmm. половина первого дед, я, шахлар, веки чай. Шахлар, бурда, да, бизим, bizim... mm. а, гайдамыз вар, использует таблицу для справок. Aha, imeniitelny padezh, burda rodlar də cinslər də morskoy, jens i sredniy. Demali kişi cinsi, qadın cinsi, orta cinsi, uşaqlar. Imeniitelny padezhdə de, deməli necə olur? Kto, chto deyə suala cavab verir. Məsələn, morskoy rodadır jurnal saytından qutarı, jurnal. Datelny padezhdə komu, chemu deyə biz jurnalu deyə burda akonçeniyası u olur. Deməli akonçeni, yəni əm, sizə deyim ki, söz dəyiştirici şəkilçidir. Bu - окончание. Deməli, jurnal deyəndə jurnalu, kimu, jurnalu. Учитель. Bu da kişi cinsində, bunlar bilirsiniz ki, istisnalar исключения. Учитель deyəndə дательно подёшь кому учитель Людия, onda da sonluq deməli şəkilçisi ю yu olur. Юнаши юнаши, санаторий санаторию. А индикетей гаданец на женском роде. Школа, моя школа. Школа. Чему? Ты в школе. Ерсанг с меги. Ты мели пулар. Ерген мели с меги. Гайда дефтерин с дая санг. Лавки зелюлар шахлар. Веки чай. Ученджи. Обратите внимание, на какие вопросы отвечают выделенные слова. Определите их падеж. Найдите подлежащие и сказуемый шахлар. Падеж дар. Билиш санг с демели. Necə Azərbaycan dilində də, elə də rus dilində də padejlərimiz var. 6 deməli padejimiz var. Именительный, падеж, родительный, дательный, винительный, творительный və предложный. Onları elə Azərbaycan dilinin padejdarı ilə qarışdırmayın, uşaqlar elə nə tər varsa elə də öyrənin. Aha, və подлежащие и сказуемые şəxslər. Deməli, cümlə üzvləri özüdə baş üzvləri Deməli, podlezhashchi kiminə, kimsətu və skazuymaya xəbərdir, nə edir, nə etdi deyə suallara cavab verir bilirsiniz və gəlin ın, biz uşaqlar məni elə karandaşla yazım burda. Deməli, mama pozvonila synu. Mama pozvonila synu. Кто burda? Кто uşaqlar? Кто deyəndə mama, кто mama. Deməli, iminitelni podlezh Стунан язырсы. Именительный падеж. Мама, ты я подлежащая мептодаду, Шахлар. Мама, пирхатчакерсынес. Мама, что сделала? Позвонила Дипухатте, демяли сказуемый Шахлар. Сыну, кому диапис? Суалверий, кому? Дательный падеж? Сыну Демяли Пу дательный падеж. Шахлар. Я ответил другу на его вопрос. Кто я? Я что сделал? Ответил я. Biz cümlə üzvləri tapırıq və я deyəndə bu həmin bilirsiniz ki, həmin isim həm də şəxs əvəzliklər də podlezhashcheme vidə ola bilər. Burda ya kto, ya, deməli, imeni telni padej. Uşaqlar, və otvetil komu? Drugu tiya, datelni padejdə. Вы купили подарок дяде. Кто вы? Вы что сделали? Купили. Купили подарок кому? Дяде Дианда. Буда безим дательный падеж. Мы вы, да, именительный шахлар. Сестра послала письмо подруге из Петербурга. Имяли бурдау шахлар. Сестра. Кто? Сестра. Именительный падеж. Что сделала? Послала. Ага. Послала письмо кому? Подруге. Подруга кому? Дианда дательный падеж. Шахлар бурдада из Петербурга Денда. Откуда из Петербурга Денда По уже родительный падеж. Олур Шахлар из Петербурга родительный падеж. Пятое. Тренер помог спортсмену. Кто? Тренер. Именительный падеж. Подлежащее. Что сделал? Помог. Сказуемое. Бурда, именительный падеж Язер смс. Помог кому? Спортсмену Дьянда спортсмен дательный падеж Шахлар. Я написал письмо сестре. Кто я? Я что сделал? Написал письмо кому? Сестре дательный падеж Шахлар. Я именительный. А ты позвонила тете. Кто ты? Ты что сделала? Позвонила кому? Тете, тете Бурда, дательный падеж, ты именительный падеж, Шахлар. А, она передала словарь однокласснице. Кто? Она. Она что сделала? Она подлежащая. тогда Передала. Ага. Именительный падеж. В кому? одноклассницы Ты анда бездательный падеж. Я и лирих. Вя кетчай шахлар. Бурда да бир джадвел недя. Демали. Олар дательный падеж. шахлар. Мужской род. Мэсэ Сергей. Sergey, kamo? Sergeyyu. Görürsünüzmü sonluq? U ilə qutarır. Deməli, Arif, Arifu dia u. Cola, Cole, kamo Cole. Tarel, Taryellu. Asadulla, Asadulle kamo. Və qadın adları da Nərgiz, elə Nərgizdə qalır, götürmür çünki samitlə qutarır. Samira, Samire kamo, Samire. Таня, Tanetya ye gabləyir bu sonluq deməli şəkilçini. Mariya Mariye deyə. Aha, və keçək uşaqlar 4-cü tapşırığıımıza. 4-cü tapşırıqda da bizdən aha, 4-cü tapşırıqda uşaqlar Uпотребите слова в скобках в нужном падеже. Наргиз позвонила кому? Paşa, gəlim uşaqlar bunu yazaq. Gəlin yazaq uşaqlar. Aha, 4-cü. Mən hamısını yazmamışam, uşaqlar. Ancaq mötərizənin içində olanları və gəlin yazaq. Nərgiz, Vaniła, komu. Paşa. Paşa deyə yazırsınız. Sonra ikincisi. Vy poshli. Mhm. Uh A -huh. vy poshli k komu? K Natelly. K Natelly. Ага, третье у Шахлар. Мы едем к кому? К Рафаэлю. Рафаэлю, Диа, Язарах, Петюрденджу. Хикмет позвонил кому? Андрею. Андрею, Диа, Язарах. Пятое. Хадиджат соскучилась по кому? По Натаван, или Натаван, или Дакалар. На Шестой Панатаван. Шестое, Шахлар. Я подошла к кому? К Зульфие. К Зульфие. Вя еттенде ты купил кому подарок? То да ли. То ли. То ли я Вя шахлар. Демяли именительный мать, дочь, отец. Не дядя Демяли Мать - она, дочь - kız və отец - ata. Deməli, datilni podedzhde nedə dəyişir, uşaqlar. Komu? Komu? Materi, komu? Docheri, komu? atsudiyə dəyişir uşaqlar. Bunu da yadınızda saxlayın və 5-ci tapşırığa keçək. Ответьте на вопрос утвердительно и отрицательно. Задайте вопросы ко всем словам в предложениях. Deməli uşaqlar, burada utverditelnə otritsatelnə deməkdir. Deməli utverditelnə bəli deməkdir, otritsatelnə xeyr deməkdir, uşaqlar. Məsələn, yazır buradan Ты звонишь отцу. Сән атана зəң qəldirirsənmi? Deyirsən bir birinci də bəli deyirsən. Deyirsən məsələn, "Bəli, mən atama zəng vururam." Sonra otritsatelna. "Xeyr, mən atama zəng vurmuram." deyə biz belə yazmalıyıq uşaqlar. Gəlin yazaq. Nömrə 5-dir uşaqlar. Və birinci. Mən bunu yazmıram sualı. "Ты звонишь отцу?" Biz də yazmalıyıq. "Да, я звоню отцу." Ya yazmalıyıq. "Да." Далее я звоню, я звоню отцу, отцу. сура язрах. нет, Хэр, я язрах. нет, я не звоню, не звоню отцу, отцу я без язерх. Икенди табшерх, э, ты помогаешь дяде нас Да, я помогаю. Гаю, дядя, дядя. Сора Язерсениз нет, хейр, я не помогаю, дядя. Ага. Очень дисбаланс. Вы радуетесь весне, очень. Ты их да, да, мы радуемся весне. və yayırıq uşaqlar. Ə, və yazırıq: "Nyet. Мы не радуемся весне." Mhm, eşpimiram. Ya ya yani yazı baharı istəməyən adam var, amma belə yazmalıyıq biz. Aha. Sonra 4-cü Язоловки. Дочь помогает матери. Пизда Да. Дочь помогает матери. Ты я без я Да. Дочь. Помогает. Матери. Ты я, я Матери. Вя нет перей. Нет. Дочь. Не. Помогает. Дочь не помогает матери. Матери. я язрак. Вябежден, засула, шахла. А, мать улыбается дочери. Мать улыбается дочери. Ясуал. Вере. вери. Да, мать улыбается дочери. Язрак. Да. Мать улыбается дочери. Дочери. Вя, язраки. Нет. Мать не улыбается дочери. Не улыбается. Не улыбается дочери. Дочери. Вя, угу. шахлар. Алтенджи, подруга ответила. Ага. Подруга. Подруга ответила. Подруга ответила, Айсель, Язарах. Алтенджи, ага. Да, да, подруга ответила Айсель. Так, подруга. Ага. Ответила. Подруга ответила Айсель. Айсель. Ага. Сороязырки. Да. А, подруга ответила Айсель. Да, подруга. Потом энтузиазм, что? Подруга. Да, подруга ответила Айсель бурда Нет. Подруга? Подруга не ответила. Не ответила. Айсель. Угу. Айсель. Сонграм еденджи. Видим. сестра помогает Саше? Язрах. Да. Да. Сестра. Да, Сестра помогает. Помогает Саша. Помогает Саша. О язрах нет. Нет. Сестра не помогает. Не помогает Саша. Я без язеров, Шахлар. Və keçək, burada bir qaydamız var, onu da bilməlisiniz. Существительное среднего рода на мя в дательном падеже имеет форму имени. Имени, времени, знамя, племени, племени, семени, племени. Uşaqlar, burada bilirsiniz ki, bu sözlər hamısı mən sizə indi görsədim. Deməli, bizim orta cinsdir, sredniy rod. Uşaqlar, Orta cinsdə görürsünüz ki, o e və yo ilə bitməlidir. Orta cins bilirik ki, o e yo ilə bitir. Sonluğu bilirik ki, yəni aknodusa o, zdaniya tsa orta cinsdir. Ano, moyo, ego deyən biz bilirik ki, orada və istisnalar var, uşaqlar. İme, namya zakançivayetsya, uşaqlar. İme, vremya, semya, znamya, bremya, vime, temya, stremya, plemya, plamya və burada bir söz var, ditsa, o da deməli Onu uşaqlar istəyirəm ki, bulları da yadınızda saxlayasınız. Yəni ə, çünki çox vaxt uşaqlar ə, görürlər ki, dia diye qadın cinsinə aid elirlər, amma yox, etəni jenskiy rod, eto sredniy rod, eto isklucheniye. Uşaqlar, istisnadır bullar və burada necə dəyişir? Deməli, datelnom padeje uşaqlar imə, məsələn, imə datelnom padeje imeni olur. Vremya vremeni olur. Deməli, bu istisnalar hamısı nə deyə qutharır uşaqlar? Və keçək bizə dəyənə nömrə 6. Qoyun dağlı suçuşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluşluş sual verə-verə biz onların deməli datelny padyezhdə qoy malıx bulları və nömrə 6 uşaqlar. 6-cı tapşırıqdır və yazırıq park. Parku. Kimə, çimə. Mən həmişə deyirəm ki, bax ən asan bir yolu var ki, padyejlərim Mən bunu həmişə göstədirəm sizə uşaqlar, bunlar hansı padej dərdi? Bunlar suallarıdır padejlərin və yanında yazmışam. Məsələn, iminetilə: "Yes, kto, yes, что, где?" Biz hər dəfəm Беля Эркия Мишей или Авельзадан Демели. Именительный падеж есть, например, есть кто что я, например, нет чего кого дея без суалвери. Дательный падеж да радуюсь, мысль радуюсь кому чему, мысль радуюсь папе кому папе. Ага, например, вижу в винительном падеже вижу кого что дея без суалвери. Творительный падеж доволен я дери, доволен кем чем, например, доволен кем. даволен папой. Э, предложный падеж. О ком? О папе, думаю. И я без bunları yədingsdə saxlasanız, sizə çox asan olar uşaqlar və keçək. Deməli, bildik ki, дательный падеж, дательный падеж, падеж, hansı suallara cavab verir? кому? və чему. Çimə, düzdür mə? Biz də köməkçi sözümüzü də götürək. Deməli, radius deyə biz yanında yazıram mən. Радуюсь. Bu köməkçi sözümüzdür. Радуюсь кому, чему deyə. Və gəlin başlayaq. Парк. Радуюсь чему? Парку. Deyə biz düzəldirik sözü. Парк sözü. Aha, яблоня. Радуюсь чему? Яблоне. Яблоне deyə. Радуюсь чему? Нечему değeri, çünkü bu can cansız çan, eşyalara aitt. Ama kamu canlı, это одушевлённо, а это неодушевлённые шахлар. Ona görə radius çimə, məsələn, gimnaziyə. Gimnaziya itə yazır uşaqlar. Sonra radius çimə vaxti. Burda tə, məsələ, vaxt. Radius çimə vaxti deyə yazırıq. Vaxti А, Сомра, соловью. Радуюсь кому? Соловью. Соловью, диаязар, шахлар. Сора, маю. Угу. Радуюсь чему? Маю. Радуюсь чему? Роли. Ага. Счастью. Счастью. Селу. Радуюсь чему? Селудия. Угу. А, дороги дороге, а месту, месту, улице радуюсь, улице, магазину, магазину, учителю, радуюсь кому? Учителю, ага, имени, имени, ага, полю. Полю музею, музею, суде, ве знаменитые, я не знаю, ага, и знаменитые, я язарах, тательная поддержка, амса, ве до, составьте слова сочетания, ставя слова is koбок вдательный падеж. Употребите три словосочетания в предложение. Темали burada. Da, mətəzənin içində sözlər verilib, uşaqlar onları də biz, deməli, datelny padeshdə qoymalıq və yazmalıyıq, uşaqlar. Aha, və onlardan 3 dənə biz, deməli, cümlə yazmalıyıq. Aha, söz birləşməsilə. Pomoch. Pomochte yanda biz yazırıq. Pomoch komu. другу, шахлар, помочь другу, подруге, помочь кому? Однокласснику, однокласснице, бабушке, ага, дедушке, тете, дяде, помочь кому? Олегу, Нине, Сулейману, ты я язарах. написать. Написать товарищу, кому? Товарищу, девушке, юноше, сестре, учительнице, учителю, написать кому? Учителю, написать кому? Тренеру, Таиру, Хатире, Кате и Сергею. Юдия Шахларбиз Язрах. Да я Изтюмля Курах, письда. Написать сестре письмо. Я за шахлар. Написать номер семь. Написать. Написать сестре письмо. Письмо. Помочь бабушке в саду. Помочь бабушке саду, в саду, да я да я за Беларей, сора написать товарищу конспект, я да, да я за написать товарищу, товарищу конспект, конспект я без я за Беларий Шахлар, в каких часах какие за, скажите кто старше, кто младше Шахлар, Бурда Брату 15 лет, сестре 12. Демели сестра младший брата. Бадже, демели kardeşдан balacadır. Вэ burada yazılır ki brat старший сестры, демели qardaş, демели bacısınından böyükdür, deyə biz də bax belə yazmalıyıq, uşaqlar. Gəlin biz də yazaq. Aha. Mamy 35, babuşke 58, uşaqlar yəni yazıq, onu da 8-ci tapşırıqdır. Mhm. Və 1-ci. Mən yazmıram bunu. Uşaqlar, mami 35 il, babuşki 58. Deməli, 1 yazırıq. Amma mama, mlaçshe babuşki. Mhm. Mama. Mama. Mlaçshe. Mlaçshe babuşki. Бабушки. В язрахке бабушка, старшая мама, где? Бабушка. Бабушка. Старшая. Старшая мама. Старшая мама. Сура и шахлар. Демяли. Э, дедушка. Дедушке 60 лет, папе 35 лет. На зарах шахлар. Язраки, дедушка, старше, папы ты де. Дедушка, дедушка, старше, старше, папы. Язрак, папа, младше, дедушки. Папа, младше, дедушки. Дедушки. Угу. Тети, 40 лет, дяди, 45 лет. Пизда Тетя младше дяди. Тетя младше. Тетя младше дяди. Дядя. Дядя старше тети. Дядя Язрах, Дядя старше. Дядя старше тети. Ученику 15 лет, учителю 49. Темяли, бурда без Ученик младше учителя. Ученик. Ученик младше учителя. Ученик, ученик, младше учителя две. умра язраки. Учитель. Учитель старше. Учитель старше ученика. Ученика. Я Язар. Вебещ. Директору 56 лет. Учительнице 47. Язар сам Шахлар. Директор старше учительницы. Директор. Директор старше. Старше учительницы. Учительница. Учительница учительница, ага, учительница, младше директора, младше директора, директора, шахлар, о, добро, ага, Вя шестое, Зауру 12 лет, ильчину 15 лет. Демяли, бурда, да не язык, шахлар. Заур младше Ильчина. Заур младше Эльчина. Эльчина. Вя эльчин. Эльчин. Старше. Старше. Заура. Заура. Едди. Мария. Ага. Мария 18, свете 20 лет. Шахлар. Мария 18, свете 20 лет. Демяли Язарах. Без Мария младше светы. Мария младше. Младше Светы. Светы. Вя Света. Света. Старше Марии. Старше Марии. Мария, Дья. без язерах. Всякий. Коля. Угу. Коля. Восьмой. Коля 25 лет. Алле 28, Алла бұрда 1 данада л олмалды. Алла дса, Әли дса, Әли yazmalıydı. Онда бұрда опечатка кеді, 2 дана. Ага, Коли 25 лет, Алле 28. Біз де жазырық. Коля младше. Младше Аллы. Алле ве жазырық Алла старше. Старше Коля дейе. Испели Язеров Шахлар вяки Демели Это надо знать Шахлар Существительное в дательном падеже могут употребляться с предлогами к, ко, по. Собой, к другу, к двору, по улице, булларда. Представка ларду Шахлар Дательный падежный геденерды Шахлар Янандахемша улур Яне. Yani, Прочитайте вместо точек вставляя нужные предлоги. Найдите подлежащий и сказуемый Шахлар Ялинг Бунудамен Сизнанштейм. По небу плывет красивое облако. Бурда по По небу плывет красивое облако. Зимой я люблю гулять по лесу. Ага, по лесу. Сабина в воскресенье хорошо подготовилась к экзамену. Летом мы поедем отдыхать к морю. Библиотека находится прямо по коридору, а мы подошли к метро. Друзья говорили по телефону. Шахлар Беля, Вябурда. подлежащая сказуемое. Ага, облако. Что облако? Облако что делает? Плывет. Кто я? Я что делаю? Люблю гулять. Я что делаю? Люблю гулять. Сонгра угу. Шахлар. Кто Сабина? А Сабина что делает? А, что делает? Сабина подготовилась. Ага. Кто мы? Мы что делаем? Поедем. Кто библиотека? Что делает? Находится. Вот, Кто мы? Мы что сделали? Подошли. Кто друзья? Друзья, что делали? Говорили. две я. Пись сказуемые, подлежащие альтонантиакери в шахлар. Вя десятый. Допишите окончание, подчеркните предлоги.